на Audi сейчас идет. У него вон стекло, я говорю, па, давай стекло поменяем. Ну куда, прям на уровне глаз. Да. Прям на уровне глаз. Ты видел? А, да, должно быть вот так. Сейчас попробуем клеем, что он скажет. Ну вот, помыли спиртом и решили вот, вот это развязать и вот это развязать. Но я немножко здесь как бы неправильно, я хочу попробовать, как она жестко, не жестко, пойдет, не пойдет. Вот, и посмотреть, что получится. Да подделаем, вот. Вот что творит китайский фен. На японском Land Cruiser. Вот. Китайцы молодцы. Создали вот фен. Это кто? Новочеркасск, вот. Да, город Гуанчжоу. О, да. Вот. Так что вот. Смотрите. Вот такой вот фен. Такие вещи творит. Обалдеть. Мы тут вообще ни при чем. Вот. Оно само. Вот такие вот дела. Так что, ну, а тут, ребята, хотбокс, хотбоксом, а фен тоже дела делает. Все. Ну вот, не прошло и полгода. Как? Вот, что взяли? Кое-где пришлось, конечно, подкрасить печочками, но общий вид это не портит. Да, пленка сейчас залепит. Да, пленкой вот этой же закатают. И все будет... как и было. Здесь как раз вот кантик выходит и сюда. Вот, так что ребрышко. Вот оно прослеживается. Дрынь, дрынь, дрынь. В общем, как-то так.